благословение для меня в моей жизни. Счастье вместе. Брак – это отношение между мужчиной и женщиной. Что ты делаешь? Что ж это такой брак-то? Брак – это завет. Это крепкая скала. Но я знаю, что брак – это классно. И вопрос такой, что во время брака, вот в моей семье, я, наверное, получал больше всего откровения о Боге. Благодаря браку. И, наверное, все то, что в моей жизни произошло, и влияние, и отношения, все чисто, оно благодаря браку произошло. И плюс ко всему тому, что вот в нас последнее бракосочетание, яке было, почему-то удивительно, что все благословенны. Семьи. Благословение. Это крепкая семья. Ну это, не знаю, благословение. Это семья. Это фрукты. Брак – это вот Максим. Это, наверное, самая большая тайна, которую Господь дал людям. Это любовь, взаимоотношения, понимание, радость семье, благополучие. Ну, вообще это труд между мужем и женой. И, наверное, он длится всю жизнь, изучая друг друга. Увлекательное путешествие по жизни вместе со своим спутником. Капитаном. Брак – это благоухание. Когда брак благословит Бог, брак в наслаждении. Любое взаимодействие, любая минута с любимым кажется тебе блаженством. Вот это брак. И я хочу сказать, что брак – это круто. Спасибо.